В Дагестане пройдут Дни культуры Объединенных Арабских Эмиратов. Накануне делегацию во главе с чрезвычайным и полномочным послом Эмиратов России Мохаммадом Ахмадом Аль-Джабера встретили вице-премьер Муслим Телякавов, министр культуры и министр по туризму региона. В рамках Дней культуры мастера и творческие коллективы из Арабских Эмиратов проведут мастер-классы по изготовлению элементов мужской и женской национальной одежды, росписи хно, изготовлению кукол. Также пройдут выставки картин и антикварных изделий и театрализованные представления о старинных обрядах эмиратской свадьбы. Все это зрители смогут увидеть на площадке Аварского театра с 28 по 29 сентября.